Всем привет! Корпорация Apple приветствует вас, а также я, Альфа. Сегодня расскажу о режимах боя, которые присутствуют в игре. Это быстрый бой, PvP-арена, случайная миссия, открыт, а также открытый мир. Это карта. Также есть другие, но о них мы расскажем попозже. Я вам не только расскажу, но еще и покажем. Многие корпорации используют голосовую программу, начиная от Raid Color, заканчивая TimeSpeak. Наша корпорация не является исключением. Мы используем голосовую программу Discord. Ссылочку на наш канал вы сможете получить ниже под видео. Вернемся к режимам боя. PvP-арена. В PvP-арене вы получите больше опыта, но меньше серебра. В случайных миссиях, то есть PvE, больше серебра, меньше опыта. Быстрый бой в этом смысле сбалансированный. Тут получается 50 на 50 от того или другого режима боя. Поэтому куда вам идти, выбирать уже вам. То есть хотите вы получить больше опыта, при этом серебром у вас проблем нету. Наоборот, заработать побольше кредитов, при этом опыт вам уже не нужен. Выбор за вами. Завоевание. Собираем крылья на И, искусственный интеллект. Налетаем на ПВП. Мы летаем на ПВЕ. Будьте с нами, и вам не будет скучно.